В Таразе снизилась цена на социальный хлеб. Если обычная буханка хлеба стоит сегодня 85 тенге, то социально уязвимые слои населения смогут покупать ее по 75 тенге. По инициативе и поддержке предпринимателей были заключены соглашения с 6 пекарнями города. Специализированные торговые точки открылись не только в областном центре, но и в населенных пунктах Калгатан и Кумшагал. Горожане, не получающие хлеб по сниженной цене и не успевшие до сих пор оформить документы, могут связаться с инспекторами по территориальным округам и войти в список. С 18 торговыми точками города был заключен договор по открытию социальных уголков в магазинах. Работа по реализации хлеба по сниженной цене набирает обороты. По 75 тенге, на 10 тенге меньше.